Уважаемые дамы и господа, вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Небольшой видеопример. Сейчас на промежуточном этапе, значит, систему отопления монтируем, а точнее заменяем, значит, со старого котла. Вот мы его сняли. И будем вешать новый котел «Протерм СКАТ» 14 кВт, 380 вольт. Вот провели мы автомат, сейчас видеокамера на автомат смотрит. 380 вольт, и будем подключать данный котел к системе отопления. Также систему отопления переделываем с одноконтурной в двухконтурную. Будем устанавливать термоголовы для экономии электроэнергии. Значит, тот, кто немножко разбирается в этом, тот поймет. То есть температура будет такая, которую мы заходим. И котел будет работать так, как нам нужно будет в любой период. Вот, очень экономная вещь. То есть заменили мы старенький котел. Будет заменен. Это сейчас промежуточный этап. И, значит, будет система двухконтурное отопление проведена. То есть двухтрубная, да. Это вот специалист мне подсказывает. И будут установлены термоголовы, так называемые в простонародье, регулировка температуры радиатора. Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Небольшой пример проведения отопления, установка котла. Промежуточный. Далее будет видео, уже когда все сделано будет. Уважаемые дамы и господа, вас приветствует Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо». Вот, собственно, и завершился значит, монтаж системы отопления, установка электрокотла в частном доме. Вашему вниманию установлены термоголовы. Термоголовка, вот она. Это делается для того, чтобы мы сами могли регулировать, значит, нагрев батареи, сами могли экспериментировать, экономить электроэнергию и наоборот сжечь, как удобно. Котел, вашему вниманию, Протерм СКАТ одноконтурный, подведено 380 вольт, 14 киловаттник он тут. Дом 110 квадратов, отапливать он будет, значит, успешно. Ну и, собственно, вот здесь в радиаторах у нас все. Ну, где установили, где необходимо термоголовы, где нет. Ваше внимание, вот здесь термоголова установлена. Также, значит, подкачка. Залили мы систему отопления незамерзающую жидкость. Вот подкачка ручная. Прекрасная, прекрасная штука. Вадим, агентство недвижимости «Золотое кольцо благополучия». Монтаж электрокотла для системы отопления в частном доме с термоголовами. Продолжаем видеообзор. Видеопример монтажа системы отопления. Установка электрокотла и термоголов для регулировки температуры нагрева радиатора. Ну, вот, собственно, и все. По сути, основные моменты. Электрокотел у нас с циркулирующим насосом, со всей необходимой электроникой, с защитой. Обращайтесь, есть все необходимые специалисты по монтажу, демонтажу систем отопления, водоснабжения, канализации, электрификации, газификации. Все есть, все, что связано с недвижимостью, эти вещи плотно связаны с недвижимостью. Всем занимаемся.